Вы сделали фантастическую карьеру. Для того, чтобы чего-либо добиться тогда в Советском Союзе, еврей должен был уметь это делать в два раза лучше, чем не еврей. Вот мне Ростропович говорил: «Старик, играй все, что для тебя пишут, все. Из каждых 10 как минимум 3 будут интересные и хорошие, и может появиться гениальное. Но играть надо всех».